в Бравл Старс. И это третья серия Бравл Старса. Я надеюсь, что эта серия наберет много лайков. И я сейчас в клубе, но не в своем. Я сейчас в другом клубе, просто я зашел в другой клуб. У него много кубков, 623. Если хотите, заходите. Вот я на 40-м месте. Может, перегоню этого сегодня. И, наверное, сейчас мне мой одноклассник кинет дружбу. И я могу вам показать свой ID, чтобы вы могли мне кинуть заявку в друзья. И вы можете писать в ники. Я буду... Если это чужой, я буду отклонять, который... Ну, который, если вы будете писать ник, который ваш, в комментах, а если мне кто-то вообще незнакомый отправляет, это не будет считаться как ник. Я его буду отклонять, я буду вас приглашать. Говорите только свои эти, айдихи. И, о, не айдихи, а ники свои. Я буду... Вот я айди вам показал. Айди показал, и все. И вы должны мне кинуть заявку, если хотите. И вы кинете заявку, и... Короче, что, простите, и меня убили сразу. Как это? Он убил меня. И у нас минус 4 кубасика. Ладно. Играем дальше за Пайпером. Вот я скинок такой купил. Таких штучек звездных. Звездных очков. Во, очков. Наверное, скоро уже кинет он, потому что он скоро уже приходит со школы. Просто он на внеурочке, а я не хожу на внеурок. Кто ходит на внеурочки, просто я не понимаю, зачем ходить на внеурочки. Блин, да что это выносит нас сейчас? Опять вынесли, блин. Я не понимаю, что это за фигня. Меня выносят, да, это хорошо. Я потом сделаю открытие сундуков. Я буду открывать, буду битву делать. Тут будет человек у меня на этом месте. И мы будем... Вот, правило. За эпик. Но у меня все эпики у меня теперь. Они, если они теперь не будут падать. Но у меня, наверное, мифик хоть бы выпадет. Или вообще лего. Пацаны, я нечаянно нажал. Извините. Просто сорян. И проиграю, наверное, я нечаянно нажала. Сорян. Я нечаянно нажал, блин, я сам сейчас думаю, что я проиграю. Ладно, это будет так, типа считаться. Ну ладно, ничего, я накоплю маленькими сундуками. Я сделаю открытие и сниму это на ролик. И все. Пожалуйста, если я проиграю, ничего не будет. Мы просто играем, кому сколько персонажа выпадет. Это... Ой, я за эпики не сказала, какие. За эпик 3 балла. За мифик 4 балла. 4 балла. Вот 4, блин. 4 балла за мифик. А за лигу 10. Ладно, мы будем только, я скажу... Ну, чтобы мы только открывали такие ящики. Потому что так не будет честно, если я открыл уже, а я за такое время не могу. Вот. Мы будем где-то это открытие в воскресенье делать. Сегодня пятница. И завтра я буду снимать ролик еще один. Потому что, ну, вы понимаете, чтобы активность набирали. Лайки, блин. Потому что это невозможно без лайков. Это просто канал нету тогда. Смотри, просто пушка. Пушка. Ай! Блин. Меня грохнули. Да вали ты! Вали! Хиляйся. Блин. А может, завтра не будет ролика, я не знаю, как получится. Может, завтра не будет ролика. Скорее всего, будет. Но, наверное, не будет, потому что
меня... Я хочу завтра отдохнуть. Просто сегодня пятница, уроки, все такое, да. Мне еще сегодня зарядку, как вы знаете, я на тренировке хожу, мне надо делать зарядку не каждый день, а когда нету тренировок. Я делаю зарядку. Сегодня мне, кстати, тоже надо делать, у меня сегодня нету тренировки. Просто гасим это, гасим. Алё-бэй-бэй-галей-галей-галей-алё-бэй. Короче, меня тарабанило. Вы еще не набрали на второй серии 20 лайков. Так что я не выпускаю самому серии про Майн. Это вот наберет, и я буду снимать видео про Майнкрафт сам, даже без моего брата. Ну, чтобы просто так получится. Пацаны, я просто фигню какую-то кинул эту. Мне надо главное... чтобы Мортис не умер. Но он умер. И, наверное, скоро уже будет Хьюа. Нет, скорее всего, я не буду завтра записывать. Мне надо отдохнуть. Ролик будет длиться где-то 20 минут. Около 20, сразу говорю, потому что я устаю снимать по многому видео, и поэтому я хочу снять просто вот столько роликов за день, чтобы, ну как-то хоть, блин, бы были подписчики. Просто так бы не интересно было, если бы я не снимал ролики каждый день. Да, ребя, какая быстрая. Мэнни, ты что, Пенни? Тебе мистер Пи выпал, ты нормальный вообще? Будет вообще круто, зачетно, если мне выпадет мистер Пи. Это будет вообще офигеть какой-то. Это будет какой-то, блин, не знаю что, если мне выпадет мистер Пи. Мне пофиг, если я проиграю или не проиграю. Я все равно могу одержать победу. Сразу говорю. Так, давай. Да ну нафиг. Блин, меня Эль Прима хотел закрыть. Ах, ладно, плюс 2 кубка. И уже нормальненько. 62. Да, ладно. И уже 7 минут прошло. Через 13 минут я уже буду заканчивать ролик. Не, ну когда уже... Хорошо, сейчас, подождите, я отойду на немного. Я паузу не ставлю, потому что у меня упало кое-что. Так, я погнал. Я Брока зашел. Я не могу автоатачить за Брока, это просто неудобно. Ты не знаешь, куда кидать. Хотя не люблю, когда... когда никого нету, там просто цель, чтобы если что-то, ну вы поняли. Просто... ой, блин, я испытал на себе боль. Пацаны, звезды нас не отпускают, за гирлянды лишь что по сферам, а она теперь на ком. Она живет с этими... Так, у нас 10 банок. Тут био есть. Да давай. Ух, у меня есть просто. Короче, у меня ульта. Не надо бояться, у меня ульта есть. Так, опача. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та. На. Просто я даже не успела присидеть, вот так, бум, сразу. Бу-бух. Не 20 минут. Не знаю, не 20 минут будет длиться. Побольше. Потому что маленький ролик будет.
20 минут, я не успею нормально подкопить кубки. Ну, когда 750 уже будет у меня кубков, я тогда закончу ролик. И буду смотреть видео на телефоне. Я сейчас играю на телефоне. Ну, вы видите, как я играю на телефоне. У меня тупой Мортис попался. Пролику. Он еще написал на себя ник про. Ты нуб. Наверное. Если выиграем, тогда не нуб. Ну, я не знаю. Если выиграем... Этот Бо, блин, меня... Че, бесишь ли? Бах. Всю середину занимаем, короче. Я знаю, что ты где-то тут. Не... Да ну, блин! Ты нормальный Мортис. Я такой, ну, блин, да? Одиннадцать банок, да? Да? Я, значит, все накопил. Угу, круто. Да сейчас я порву его. У меня есть. Да ну, Мортис, ну зачем ты сначала там каким-то образом стоял, ничего не делал, и у меня уже... Так, Вайер, он не будет со мной играть. Вайер. Ладно. Завтра, наверное, завтра будет ролик все-таки. Да. Я завтра накоплю на МЗ 250 кубков. Еще на Бо апну 20 ранг. Всех разные могут быть на 20 рангах. Фрэнки. И я слил 250 кубков. Так, 250 подниму. 200 на нем подниму, а 50 на другом бойце, потому что 20 ранг уже играть я не могу. Потому что 6 минус шестерки будет. Вы думаете, я буду... Ну, буду играть, но я не знаю. За пути к славе потом не будет интересно после такого числа, потому что уже... На Леонусе там можно апнуть, поиграть еще потом, если выпадет. Ну, вы понимаете такие? У меня Леона еще нет. Если был, было бы круто. Если был, было бы круто. Если был, было бы круто. Этот он стоит. Добро пожаловать в игру. Ты только народился. Максик. Все нормально, Максик. Все нормально. Ты что, прикалываешься? Я тебя еще порву, блин. На. О! По 907 снимает. Да иди ты нафиг. 8-баночные пацаны. Идут за мной. И этот, он сносится. Все в порядке, да. С ним что-то не в порядке. Я не понимаю. 7. А кто слил мне? У меня 80 было. Ладно, Барли. Это я играю персонажа, и вы всегда почти увидите некоторых скины. Вы спрашиваете, почему у тебя на Барли скин? Поддержка, пацаны, поддержка. Поддержка автора. То есть не поддержка, а я Supercell подключил. У меня Supercell подключил. Вот моя вся тайна.
что у меня Supercell подключенный. Кольта я купил на Кольт. Скин за звездные жетоны. Он звездный. Я купил розовую Пайпер. Я купил тоже за звездные жетоны. Я Божью коровку купил за свои геймы. Геймы купил за геймы. Я этого могу бахнуть. У меня две банки. Вот. Я его могу грохнуть. Блин. Мы тем временем проиграли. Ну, минус три. Блин, а я сказала, что, блин, события с удвоенными жетонами. Я уже все подарю. Да ё-моё, я не могу накопить сегодня. 750, но я сегодня накоплю 750. Я, наверное, не буду сегодня играть с другом. Потому что, ну, не друг он мне. Он просто одноклассник. Захотели мы поиграть с ним. Сегодня, наверное, не буду. Я буду просто без записи с ним играть. Потому что я хочу с ним накопить уже 750. И закончить. Так, я была бахаю. Бульчик. Да, я вижу, что у меня вот та, что ты ее не используешь. Ты что, блин, вообще, что ты ее не используешь? Использовал, довольный? Что, давай, я приму, давай, если хочешь свою ульту врубить. Давай, иди. Давай, погнали. Чё, Кольчик? Без баночек остался. Да? Без баночек. Вот. Это другое дело. Я бахнул Кольта. Всё. Угу. Был слился, но ничего. Потому что вдруг... Ну, мало ХП было. Мистер Пи, иди на ту. Я тебе говорю, туда. Что за Мистер Пи, а? Короче, Бул идет вот так вот. Фарсим факин Бул. Грохнули Була. Ой, Була, какого Була? Була не могут грохнуть. И тебя сейчас грохну. О, розочка. Нет, давай. Просто разделал всех, просто по мясечку. Блин, я думал, что они заспавнятся уже. Это хана было бы. Так, он может сейчас его бахнуть. Я могу. Ну, тун-тун-тун. Сейчас, извините.